Награждение первого тысячника в районе застало виновника в самый разгар уборки. Поздравляю с первой тысячи. Я думаю, что это будет первая. Валентин Тарасевич на немецком комбайне смог намолотить свой первый в этом году рекорд. Всего же в личной копилке механизатора их 4. Мужчина признался, с 15 лет он работает в поле, но в таких погодных условиях собирает урожай впервые. Погода, что не дает убирать. Это год вообще вот дождливо. Во второй день его более-менее трохи выстроилась погода. Всего вместе с Валентином в СПК «Гигант» трудятся 4 комбайнера. На сегодня они намолотили 1111 тонн зерновых. К прошлому году показатель не лучший. Убрано всего 30% площадей. Но аграрии уверены, они быстро наверстают упущенное. Ведь готовы трудиться даже в ночные часы. Что касается качества урожая, тоже масса вопросов к погоде. Засуха сильно повлияла на количество уколов и зерен. Колосок маленький, урожай, конечно, пострадал. Но хотя и этот урожай надо убрать без потерь, с минимальными, чтобы быстро, в короткие сроки, чтобы это зерно не опало, не проросло и не пошел подгон. Пока СПК «Гигант» ведущий в Бобруйском районе в уборочной компании. Здесь и самая высокая урожайность – 45 центнеров с гектара. Не отстает и Невский агро. Что касается позиции на уровне области, из 21 района наш на 5-м месте. Зерновой клин в Бобруйском районе составляет 14 233 гектара. Убрано на сегодняшнее утро более 5000, или если точно, 5100 гектар. С 5100 гектар собрано 12700 тонн. На уборку этого количества урожая ушло 10 дней, остальные 64% планируют успеть за пару недель. Механизатор Валентин Тарасевич не сомневается в успехе. За несколько дней планирует намолотить вторую тысячу за сезон. Я как могу, так я стараюсь. Хлеб на каждом столе был в доме. Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруйск 360.